Здорово всем, друзья, с вами DoublePlay, а это у нас продолжение Туалет Агента. На этот раз у нас обзор, а точнее, если быть мини-обзор по мини-обнове, мы будем в этой серии смотреть на новых персонажей, которые нам добавили. И, ребята, короткое видео будет, поэтому приятного просмотра, поехали, ребят. Наверное, нам надо, понятное дело, зайти в магазин для того, чтобы посмотреть на этих новых персонажей. Кстати, вот он, у нас раненый спикермен, титан. Кто-то говорит поломанный, кто-то раненый. Короче, ну вот он так вот выглядит. И, кстати, он за донат. И вроде как еще нам добавили спикервумен за 15 тысяч чипов. И давайте, наверное, с нее начнем. Для того, чтобы, короче, поиграть за раненого спикермен Титана, надо задонатить. Давайте поэтому сразу начнем, купим ее. Да, я подготовил чип, потому что знал, что будут добавить персонажей. Приблизительно прикинул, что Титан будет, конечно, дороже стоить. Ну, короче, как-то так. Поехали. В обычном режиме... О, кстати, еще тыквы можем подбирать, хотя уже нам не надо. Прикольно, смотрите, даже движения у нее другие. Еще и с мечом. Опа. Кстати, неплохо работает, да, ее навык? Смотрите. Продолжительный урон наносит. И меч. Ну, понятное дело, что 108 уровень. И как-то что-то сверхъестественного от непрокачанного агента. Ну, а ждать не стоит. Ну, блин, все равно клево. Чем бы и нет, да? Ну, получше будет, чем Камера Вумен, это стопудово. Вроде как там же ничего не добавляли, да? Давайте проверим на всякий случай. Для того, чтобы убедиться на все 100%. Так, Камера Вумен. Не, она все такая же. Вся такая обычная, такая на расслабоне. Ходит и просто иногда бьет кулачком. Ну, понятно. А теперь давайте же. На что ради вас, родных, только не пойдешь. Задоначу я и приобрету раненого спикермен Титана. И мы продолжим. Ну что, ребята, вроде как купил я поломанного или раненого спикермен Титана. И вот он тут уже, видите, уже его тут нету в продаже. Наверное, он в обычных будет, да? Он же не будет в элитных, я думаю. Нет, смотрите, в секретных тоже его нету. Зато в элитных, да, он появился, ребята. 7500 урона, ребят. И 14500 хп. Давайте сравним с обычным непрокачанным спикерменом. Ну, точно такие же параметры, ну, посмотрим, что он умеет в принципе. Ну, вот так он, видите, вот в ползущем виде, я так понимаю, будет у нас, да? Ну, поехали, тестим, проверим, что оно, как оно работает. Блин, выглядит, конечно, так, знаете, жестко. Какого-то Кинг-Конга напоминает, блин. Опа. Нормально такого выписывает. Лук справа. Угу. Это обычные атаки. Ну, я думаю, что они тоже бьют массово. Типа, да, сразу несколько скибидисов. Можем даже это тоже сейчас протестить, в принципе. Не, ну выглядит, конечно, очень круто, ребят. Мне нравится. Немножко даже крипово, в хорошем смысле слова. Так, а ну-ка. Попробуем навык. Так, неплохо. Смотрите, почти добил полностью скибидиста. Опять-таки напоминаю, ребят, что это не прокачанные версии агентов. Мы просто тестим на большом уровне первого уровня нового персонажа. Так, а ну-ка. Если так, по-моему, помощь будет еще какая-то. Ничего себе, ребят. Смотрите, сразу три спикермена призываем на помощь. А ну-ка, посмотрим, как они себя проявляют в бою. Потому что тут вроде бы у того было мало хп. Нифига себе, они жесткие, ребята. Не, вот это уже круто. Видели, как он быстро, вот один всего лишь спикермен ударил, так скажем, да? И сразу вынес, блин, скибидистов. Единственное, что вот неприятность... О, блин, смотрите, как они быстро всех выносят. А давайте проверим вот этого спикермен Титана на Джимене, да? Ну, там у Джимена много хп, и на нем будет прям явно... Блин, нету тут такого. Нельзя его призывать. Нельзя их призывать, к сожалению. Бля, хотелось бы проверить. Ну,
С Джименом, как обычный, грубо говоря, агент Титан. Так, ладно, еще каком можем режиме проверить. Ну, давайте в битве вселенных, допустим. Ну, тут вроде бы чувачки покруче будут обычных, да? Ну, типа, первый уровень у нас Спикермен Титан против более-менее прокачанных чувачков. Вот они, да, немножко тормозят, видите? Ну, блин, я думаю, что это все равно, ну, в будущем пофиксят и будет еще будет покруче все. Ну, вот видите, куда они побежали? Не, они мощные, они крутые, ребята. Ну, явно стоит своих денег, так скажем. Ну да, они выносят хорошо, видите? Просто главное, чтобы они вот реагировали. Если они будут реагировать еще вовремя, поняли? То просто будет, ну, просто имба будет конкретная. То есть без всяких сомнений. Вот такие вот дела, ребята. Уже не будем до конца там все это проходить. Я опять-таки сказал, будет короткое видео. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Пишите свое мнение в комментариях, как вам эти новые персонажи. Ну, что, в принципе, будем дальше ждать обнов от наших любимых разрабов, так скажем. И надеюсь, что они еще порадуют нас. Куча-куча всего нового добавят после ивента с Хэллоуином. Поэтому, как только так сразу, буду стараться вам вылаживать новое видео, развлекать вас и делиться чем-то новым. Спасибо, что, извиняюсь, я после ночной смены немножко подуставший. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Прожимайте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, прожимайте на колокольчик на все уведомления, чтобы не пропускать новые видео. Также делитесь с друзьями. Ссылки на телеграм-канал, на дискорд-канал будут в описании. До следующих видосов. Всем удачи, всем пока.